Около 1000 школьников и студентов вышли на старт благотворительного забега в Избербаше. Акцию приурочили к Международному дню защиты детей. Маршрут пролегал от площади по центральным улицам города. Участники собрали более 100 тысяч рублей для тяжело больных детей, подопечных фонда «Инсан». Подробнее обо всем расскажет Курбан Рагимов. Молодежь из Избербаша заряжена на победу. Несмотря на жару, на старт вышли около 1000 человек. В едином ритме с участниками глава города, олимпийцы и представители муфтията. В основе масштабного забега идея объединить всех любителей здорового образа жизни. Это такой посыл для молодых людей, что все, что вы делаете в жизни, вот мы сегодня пробежались в такую жару, да, было тяжело, но какой итог? Это помощь. Это такой намек всем жителям нашего города и всей республики, что чем бы ты ни занимался, любая твоя профессия и деятельность, даже спортивная деятельность, в итоге должна приходить к тому, чтобы ты был просто полезным в обществе. Чтобы стать участником, необходимо было пройти регистрацию. Взнос символический – 100 рублей. Оплата по желанию. Спонсоры вносят сумму больше заявленной. Все собранные средства отправят на помощь больным детям. Благотворительный фонд «Инсан» уже с прошлого года организовывает благотворительные забеги, марафоны. И в Избербаше он уже проходит второй раз. Сегодня он приурочен именно к Международному дню детей. И сегодня мы видим, какое большое количество детей принимают участие, как школьники, студенты, спортсмены, блогеры и так далее. Как бы большое количество людей приняли участие. Маршрут забега пролегал по центральным улицам Избербаша. Дистанцию в 1500 метров без проблем и с хорошим настроением смогли преодолеть все. Нурият Алиева пришла на финиш первой среди девушек. Для нее участие в акции – это не только возможность проверить силы, но и сделать доброе дело. Я регулярно участвую в фондах разных и стараюсь максимально вносить вклад. Каждый рубль, как говорится, он спасет чью-то жизнь, и, соответственно, в таких забегах я всегда участвую. Всегда, в принципе, бегала, но уже как полгода я не бегаю. Я переживала, что без подготовки я выдохнусь. Но... Мероприятие продолжилось викториной на знание истории спорта, где и победители получили призы от олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова. Параллельно проходили состязания по армспорту, поднятию гири и прыжкам в длину. А кульминацией праздника стало закрытие сразу нескольких сборов. Так забег собрал более 100 тысяч рублей. Эти деньги мы сейчас сразу будем переводить на лечение больным детям. И первая сумма мы переведем для мальчика Самира. Перевод мы осуществляем в программе приложения фонда «Инсан». Каждый из вас может скачать, посмотреть, для кого ведется в данный момент сбор. Курбан Рагимов, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Избербаш.